Курсовая на тему венчания, да. Православное венчание. Да вы нигде не найдете, только на нашем форуме. Держи. На нашем форуме? Ой, а у меня вот... Форум, так, зайдите, венчание, семья, наберите. Туалет у меня, вы мою руку бываете? Ну, Мэл, нет, я на Яндекс.Лице. А вот вы зайдите туда, через меня, то вам легче будет. Уже далее. А, вот. Я тут делаю. Хотя я его занять его и в вашем деле. Вот. Что это, форум, что это? Телефон и все здесь. Вы нигде больше не найдете столько, сколько у нас. Да вы что? Это супер сайт. Ну и кроме того, на первой странице сайта вы увидите форум, вы в него так откнете и сразу по висковике найдете. То есть у вас есть там информация, как бы, да, на эту тему сюда. Как информация, что? Ну, как информация какая-то из этой темы, да? Специальный раздел у меня, не просто информация. На сайте, ну, там, понятно. Когда зайдете на первую страницу сайта, справа 55 папок. И написано «Семья, дети». Хорошо. И вы зайдете, а на первой странице написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Это я. Вы только откликните мне и сразу на форуме. А там опять поисковик, и там «Семья», «Венчание», то есть «Заряжай». Вы найдете тысячи фотографий, видеоролики. У меня больше, как бы, я на специальности противника костюма учусь, то есть у меня, как бы, венчальный наряд. Все там есть. То есть я там... знаю, как бы, эти все... Не, отвечу на вопрос, не найдете. По венчанию, да. Только вы видите 400 фотографий. Вот эта девушка как раз венчалась. Да. А он приехал. У меня в ряд тоже интересуется вот эта традиция. И в частности костюм. Вот он художник пришел. Так, ты здесь сказал, что заходить вот это, а мы там все раздеваем. А вы, ну, что спасибо. Ты мог сказать, что пошли. А я думал, что вы были здесь уже раньше. Да, не разу. Пошли. Раздевайся. А все раздеться так, чтобы мы... Пойдемте сразу. Так, наверное, про Потеряевку-то все выставка-то здесь она. Ты вон там посмотри, ты там есть. Поешь. Привет. Вот так. Все тайное станет. Каждому подходи. Потом я буду объяснять все. Сейчас сильно не задерживается, потом отдельно. Ну еще. Привет. Голову открыл. Выбрал момент какой. Уж видно, с таким удовольствием. Большего не бывает. Вы еще не раздевайтесь, я не пойду. Хорошо, разденьтесь, а вы все держите, положим одно место. Что, такой медик уже подсвет? Слушай, я говорю, раздеть там, а я не буду. Что еще? Ну, да. Вот трудно, я не пойму, какая-то трудность тебе сказали. Буряко, а там попутите, не ему против, а прокатил. Когда раздеть, я разделся. Так, про Потеряевку, наверное, все здесь? Да. Не наверху? Наверху там одна фотография. Ну, туда мы нами идти, сильно-то не дышим. А здесь можно свет дать больше. Попросите. О. Вот он, есть свет. А где он свет? Да. А включился, вот он свет. Автоматика, Игнатий. Ага. Не, не автоматика. Так, а тут можно кого-то, студентов кого призвать, чтобы им рассказать-то? Ну, а сейчас, там где-то сейчас Степанская. Нет, скажите, я вам целую лекцию прочитаю, покажу, как видите. Мы вдвоем начнем тандеми работать по ней. Это настоящая будет экскурсия. Ну, это идеально. Ну, вот мне надо занятие. Тамара Михайловна, ты ничего не говорила. Потому что я-то ей звонил, она говорит, я пока не знаю даже. Как... Ну, может быть, как-то сказать, если подавать, кто-то могли бы привезти, а то все одни на нашей подойду. Я без этих, без зрителей обойдусь, но хорошо было бы, мы бы урок дали бы. Понятно, но вот если бы в пятницу договорились, тогда, наверное, точно организовали. Ну, не как в пятницу, мы. Потому что в пятницу как раз были студенты здесь. Мы ничего не знали. И, да, и мы не подумали про это, что ну, надо было раз. Но сейчас, может, в здании это есть студенты какие-то, нет? Кого-то могли бы призвать даже из того здания. Мы бы провели урок не по изобразительному искусству. Я же вел занятия по галереям мира. Ну еще. Игнатий, можно я вас, ну, напомню, еще подарок сделаю? Снимай, снимай, снимай. Да потом кому? Наталье. Не, ну а вы ей как-нибудь потом... Ну я не знаю, это да. Она когда приедет, нет. Давай-ка мы сейчас передадим. Вам передай. Вместе подойдем сюда. Маргарита. Да. Вот, смотри.
Видела. Так вот он дарит ее. Как бы передать-то ей? А, не знаю. Я в интернете не купаюсь. Да почему в интернете? Ты прямо лично не передашь. Ну, она же не под боком у меня. Пока у нас будет. Ну, пока у вас будет. Давай, берите. Ой, красота, конечно. Посмотри. Прямо поставить. Может, приедет, когда вдруг приедет, когда все сроду у нас. Я поставлю. Это надо через маму и в ноги тихо. Сколько стоит? Нисколько. Как, это рамка? Это все. Через маму надо. Через маму. Вот видишь, уже совет дают. Через маму. Правильно. Совет. Нет, надо это. Да, я туда пойду и зачем? Это аренда. Слушай, мы не можем студента вызвать? Им никак это не помешает? Нет, это конечно. Или мы в пятницу вообще, как бы, с наших слов все это было происходило? Или вы сами расскажете? Я бы каждую фотографию стал рассказывать, увязывая ее с восстановлением Земли. Конечно. С программой партии. Ну, да. Биографию каждого человека, какие-то последствия имеют для тех, кто смотрит. Я вас тут попрошу. Нет, я, конечно, не снял отсюда, потому что та еще мне пригодится, она лично здесь. И она же в этой самой французской книге, вы видели? Нет, какой? В прошлом году, нет. В конце 10-го года вышла вот эта самая в Париже книга фотографическая, называется «Вечная Россия». И там вот все собраны фотографии со всей России. Твоя попала. И это попало, и у Павлика там, Павла Федоровича, там штук 10, по-моему. Даже. А у вас одна? У меня один из профессионалов прислали. Как они? А так выбрали, они сначала у него выбирали, потому что... А когда уже набрали? Когда набрали, мне уже места не хватило. Я понял. В 2010 году, ну, можно посмотреть уже, Павла Федоровича, зайти. Надо просто как-то найти на эту на выставку, так глянуть. А фотографии-то все равно не у нас есть. Нет, понятно, а саму книгу? Какие именно выбрали? Смотри, так и держи, я так просто держу. Нет, ну там у него разные выбрали, там у него и эти самые странники. Так, ну что насчет того, чтобы... Сейчас подойдет друг. Прекрасно. Тихо, осторожно, ну вот, хорошо. И еще раз сюда посмотрите. Вот, все хорошо. Так, пришли, спрятались. Сама располагайте наши. Да не, ну сейчас... Проведут студентов тогда.